Все связано с человеческим переживательным аппаратом. Если у человека появляется больше позитивных эмоций, то жизнь выравнивается и становится лучше. Онкологически больные люди — это люди бесконечно злые внутри себя. Ни на что, просто так. Сами при этом могут быть очень хорошими, внешне добрыми, а в середине то раздражение, то там ненависть, то и это прямо кипит в них. Но оно внешне может даже не проявляться. Качества характера могут очень влиять. Поэтому, когда вы начали исправлять этот аппарат, видимо даже с помощью тех людей, которые говорили вам о карме, но при этом они занимались вашим самоисцелением, с помощью вашей психологической, психоэмоциональной корректировки. То есть они говорили, что там не нужно так реагировать, нужно быть более теплым, нужно быть более терпеливым. Там, можно... И вы сами делали выводы, и таким образом и карму эту перешагнули.